харизматичный, интересный человек, активно участвующий в наших движухах и не только. Produced by Гозлат Илья Сергеев. Гозлат Лимонад. Лирикал Лимонад. Иногда часами делаешь музыку, и получается мерзость. А на следующий день делаешь за минут 20 звук, который будет на 10 голов выше. Творчество — это спонтанность. Это база, вообще-то, да. Это база, бро. Давай посмотрим, что ты нам приготовил. Получается, два трека, да, у тебя есть? Два трека есть. Потихонечку ты начинаешь двигаться. Давайте посмотрим. Да. Давайте посмотрим, что нам приготовил Гозлат. Let's go. Кол Беннет напротив. Да, именно. У этого лимонада. Дэм. Так. Ну такой лимонад, короче, да, который на обложке выглядит не как лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. От твоих усилий тупо запах изо рта. Так хотел побольше, но не знал всех этих трат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. От твоих усилий тупо запах изо рта. Я хотел побольше, но не знал всех этих трат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Вот так, да? Ничего. Чё-то. Я мой человек изъянов. Вижу чуть поглубже на нескошенном поле дурманов. Чьи свои неважности, лишь честный способ выжить. Все ли то не странности, все не хочу честный жить. Честный способ выжить, честный. Но зато онлайн-копатель. Вы не хотите боли за бабло, братан, приятель. Ты не видишь правды, потому не болен ею. Пощекачу вам уши, потому что я умею. Я хочу движение этих денег и уют. Я хочу все то, о чем весь рэп это поет. Что-то андер, да, какой-то. Я хочу просто тупо свать на променад. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. От твоих усилий тупо запах изо рта. Так хотел побольше, но не знал всех этих трат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. Ну тут не совсем предприпев, он за это припев, просто часть припева, бро. Хотел побольше, но не знал всех этих брат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, душишь, да? Ну, запах изо рта. От твоих движений тупо запах изо рта. Так хотел побольше, но не знал всех этих брат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Вкусный лимонад. Подарочную подписку. Спасибо тебе большое, дружище. Банго Стив 204. Спасибо, бро. Да. Спасибо большое. Напиток наливается в стакан, да, и вкусный лимонад после этого не звучал. Вот. Поддушил немного. Реально, немного поддушил. В целом стилек формируется прикольно у тебя. Реально. Хорошо наваливаешь, как будто бы здесь имело смысл. То есть в чистом виде подавать олдскульчик, да, мне кажется, уже не совсем в тему. То есть здесь можно было как раз-таки разбавить прям с самого начала, так как ты разбавил. То есть что-то. Вот здесь, допустим, ну, по-другому, да, немного шла история. Немножечко по-другому четверочка закончилась. То есть ты ее, видно, перечитал с другими акцентами, да, другие паузы там были. Это было интересно. По поводу ЧСВ прикольная история. Ты не копатель в поле, но зато онлайн-копатель. Тоже ничего, вы не хотите боли за бабло, братан, приятель. Не увидишь правды, потому не болен ею. Пощекочу вам уши, потому что я умею. Что-то. То есть это не руина, это какой-то стилек, короче, который тут совмещает в себя из андера, что он может совмещать из наших. А, да. ТГК как будто бы немножечко совмещает. ТГК со скрипом немного, да. Что-то есть такое. Припев задушил, да, прям 100%. Припев лишнее, развитие. Да, эмоций немного не хватает. То есть можно прям поддать, короче, знаешь, у тебя хватает харизмы, чтобы это выглядело интересно. Вот здесь ты залетел, то есть вот это, потом вот это было очень интересно. Вот это было реально интересно. Вот это было немного скучновато. Здесь очень хорошая ямочка для того, чтобы мы прям вниклись, в которой тоже что-то может происходить. Допустим, разговор на фоне.
около интерлюдии, что-то типа такого, да, чтобы вообще нас не отпускать. В общем, задача артиста делать сейчас, если кто переосмысляет, делать историю, которая бы цепляла на ускоренном современном информационном пространстве. То есть почему мы хотим все быстрое? Потому что информационное пространство ускорилось. Поэтому старые переосмысленные вещи, суть переосмысления должна заключаться в некой динамике. В некой динамике. То есть просто там условно делать динамику там начала 2000-х, да, не пойдет это не сработает история сейчас. Для себя, пожалуйста, но в целом динамика должна быть чуть поинтереснее. Что-то должно происходить постоянно и держать наше внимание. Наше внимание очень разбаловано, и оно не держится совершенно на чем-то то, что начинает уже как фон играть. Как только ты начинаешь играть фоном, и нам прекрасно понятно, что будет дальше, мы уже хотим начать отвлекаться от этого. Мы уже не можем концентрировать свое внимание и слушать то, что ты говоришь. Очень важно. Поэтому ребята, даже кто на стиле, вот тот же скрипт, например, они прям делают постоянно, они эмоции играют. То есть постоянно они чего-то накидывают. Это очень важно. Вот. Вот такая вот история. Реакция на ВЛР от Карти. Нет, бро, полноценный нету, конечно. Но в одном из альбомов я его немного подразобрал, да. Разбив его, так сказать, на западные альбомы разбирали. Какое я сейчас, что-то не помню. Недавно, в общем, было. И там была история о том, что я говорил, да, там и продюсеров мы разбирали, и кто что там предлагает, какую новую работу, там вот это все. А, Хомисайдов, да-да, Хомисайд Гэнг, вот здесь, короче, есть разбор, вот здесь, Хомисайдов. Есть, да, разбирал я там, и вот как раз там на фоне разбора я и ВЛР затронул, да, открыл, там продюсеров послушали, посмотрели, звук разобрали. Ну, если вкратце, там, в принципе, достаточно, да, сказано про ВЛР от Карти вот здесь. Вот, ежели интересно, бро. Так, ну давайте попробуем оценить эту историю. Короче, бро, в целом чувствуется харизма, это не руина, я тебе верю. Я тебе верю, правда. Три припева подряд, это было жестко. Бриджик интересный, спасибо за бриджик, да. Чуть-чуть динамики еще давай. Немного хочется еще динамики от тебя. Могёшь, реально, могёшь. Александр, не могли бы поздравить. Чего, кого, чего, еще раз. Че, брат, че ты говоришь? Муська, с днем рождения, наш большой фанат. Смотрел вас роликов про психологию. Например, поздравить вас, спасибо. Андраник Мусиков. С днем рождения, бро. Спасибо тебе большое, да, бро, за поддержку. Спасибо большое тебе, бро, спасибо. Спасибо тебе большое. Верит, что хочет вкусный лимонад. Да, верим мы, что хочет вкусный лимонад он. Так. Верим. А, заказ, кстати, видел я, пришел, да, от SummerSaxZ. Есть такое, да, вижу. Встала в очередь. Тоже видел я, что он пришел. Давайте послушаем еще разочек Гозлата, Трючок. Прикиньте, этот человек, имейте в виду, да, это человек, который записал. Он тренируется достаточно много, он и в панче делает довольно уверенно. Но это всего второй трек, который есть на площадках. И он уже наваливает вот такого стиля. В некоторых моментах, хочу сказать, в куплете, немножечко там были оффбиты. То есть в центре ты немного выпадал из своего рисунка. Сейчас покажу конкретно где. Да, немножечко. От твоих усилий тупо запах изо рта. Так хотел побольше, но не знал всех этих трат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. От твоих усилий тупо запах изо рта. Я хотел побольше, но не знал всех этих трат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Ничего. Последняя строчка хороша. Последняя строчка дает какого-то разнообразия. Чё-то, да. Панчик куда сильнее выдал. Я как выходить из ямы, человек изъянов. Вижу чуть поглубже на нескошенном поле дурманов. Чётко. Через свои неважности, лишь честный способ выжить. Все ли то не странности, все не хочу жить ниже. Это не копатель поля, но зато онлайн-копатель. Вы не хотите боли за бабло, братан, приятель.
ты не видишь правды, потому что болен ею. Пошкачу вам уши, потому что я умею. Я хочу движения, неважность, но чуть поглубже на нескошенном поле дурманов. Через свои неважности, лишь честный способ выжить. Все ли то не странность, если не хочу жить, не же это не копатель поля, но зато онлайн-копатель. Вы не хотите боли за бабло, братан, приятель. Ты не видишь правды, потому не болен ею. Пошкачу вот вам уши, потому что я умею. Я хочу движения этих денег и уют. Я хочу все то, о чем весь рэп это поет. Я хочу все просто тупо звать на променад. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Долго ожидаешь, будто запах изо рта. Очень неплохо в целом, очень неплохо. Хорошая концовочка вот здесь, 100%. Вот здесь хорошая концовочка, да. Есть интересные вещи. Угу. Вот эта четверка отлично сделана и по тексту, и по реализации. Хорош, бро, хорош. Хорош. Реализация. Так, что касается свидоса. От твоих усилий тупо запах изо рта. Очень хорошо сочетается, да. Не очень идеально чистая капа сочетается с глуховатым этим битом, тускловатым с точки зрения отсутствия высоких. Поэтому слышится довольно хорошо. Я хотел побольше, но не знал всех этих драк. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Весьма неплохо. Долго... Весьма, весьма неплохо. Так, 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 так. 7 баллов. Индивидуальность, харизма. 7. Рифмы образа. Ну, блин, здесь, конечно, да. Тут надо понимать, это очень текстоориентированный жанр, да. Выходец из ямы, человек изъянов. Вижу чуть поглубже. На нескошенном поле дурманов. Красиво. Через свою неважность, а лишь честный способ выжить. Все ли то не странность, если не хочу жить ниже? Дерзкая четверка. Не копатель в поле, но зато онлайн-копатель. Тем более. Угу. Ты не копатель в поле, вы не хотите боли, да? Но зато за бабло онлайн-копатель, братан-приятель. Это полнострочное, да, чтобы вы понимали. Не увидишь правды, потому не болен ею. Пощекочу вам уши. Да, вот тут вот прям вот полнострочки, короче, залетели. Угу. Изъям, изъянов, дурманов. Глубже, важность, честный способ выжить, ниже. Важность, странности. Угу. Будто запах зарплат, тупо запах изо рта. Угу. Бам-бам. Чё-то, чё-то. Чё-то, чё-то. Чё-то, чё-то, бро. Онлайн-копатель, отсылка на игру в ВК, если что. Да, я думал, просто это имеется в виду игры какие-то, ну, где что-то можно копать, что-то делать, да. Ну, какое-то добывание ресурсов, так сказать, да, какое-то. 8 баллов, даже учитывая, что текстоцентричный, да, 8. Весьма неплохо. Структура ритмика 5, просто 5, правда, 5. Хорошо, 6. Здесь ритмика, конечно, не должна быть супер разнообразной и сложной, но за концовочки интересных строк я докину балл, да, 6 пусть будет баллов. Атмосфера, трендовая актуальность 3 балла, атмосфера минимум 3, 3-4. Короче, весьма неплохая песня. Весьма неплохая песня. Если бы здесь была трендовость повыше, да, ну тут бы, соответственно, и оценка была уверенная. Неплохо. Правда. Для жанра. Ждаешь, будто запах изо рта. От твоих усилий тупо запах изо рта. Я хотел побольше, но не знал всех этих брат. Я хочу лишь просто выпить вкусный лимонад. Шесть. Немножечко, да. В моментах, где тянешь, в моментах не справляешься, да. Какой сейчас трек? Вот этот, бро. Лимонад называется. Гозлад. Нереально популярный артист. Вообще просто страшно. 2 миллиона, короче, на Spotify. 1 500 000 на Яндексе. Вообще взорвал, короче, страшно. Концерт на адреналине недавно sold out забирал. Поэтому послушай, должно понравиться. Должно понравиться. Да. Это очень важный показатель качества треков. Так, 4, 3, не знаю, 3-4, как будто мало для четверочки, да? Как будто мало. Но это в продолжении сегодняшнего мема, да, в телеге, который я кидал. Да.
Короче, оценка получилась не очень высокая, но трек весьма неплохой. То есть тут нету, да, ни руины нигде, в общем-то. Здесь насчет индивидуальности не знаю, но насчет харизмы как будто норм, да. Блин, ну куплет все-таки туда, но он ближе к восьмерке. Нет, все-таки 7. Все-таки 7, я думаю, да. Да, и припев не дает вот раскачаться. Припев и немного качества, немножечко. Троечка, короче, да. Но это стильно, дружище, правда. Это стильно и весьма неплохо, честно. Спасибо. Это было интересно разобрать 100%. Короче, продолжай, реально.